До 1 ноября завершить работу по освещению муниципалитетов и начать формировать план на 2020 год. Такую задачу поставил временно исполняющий обязанности главы Башкортостана Ради Хабиров. Об этом он заявил на заседании правительства. В целом программа модернизации систем уличного освещения в республике реализуется с опережением графика. На сегодня смонтировано 16,5 тысяч новых светильников, что составляет 72% от плана. Кроме того, установлено 3800 опор, заменено 7 тысяч неисправных ламп. Для модернизации систем освещения применяется только энергосберегающее оборудование, светодиодные и натриевые лампы, а также фотореле и устройство регулировки яркости.